В Турции мужчинам запретили краситься в черный. Турецким мужчинам запретили красить волосы в черный цвет. В Турции объявили о недопустимости красить волосы в черный цвет мужчинам. Соответствующую фетву выпустило Управление по делам религии страны, Диянет, сообщает ЕНИСФК. Волосы, бороду и усы можно красить, если нет цели обмануть людей. Но мужчинам красить волосы в черный цвет не допускается, это неприемлемо, говорится в письменных ответах Диянета на вопросы веры. Если это необходимо, вместо черного рекомендуется более естественная хна. В Турции задержано еще 50 сторонников Гюлена. Напомним, ранее власти Турции объявили о запрете телевизионных шоу знакомств. По материалам сайта newsgro.com.